Москве настроение отличное, прекрасное мероприятие, жду только позитивных, радостных эмоций. Новый опыт для меня, поэтому буду кайфовать, так сказать. И дрожь есть небольшая внутри, и наслаждение, положительные эмоции от того, что на такой арене перед с таким количеством людей выступлю. Посмотреть, на каком уровне это все построено, ни разу там не был, поэтому хочется побывать на арене. Еще там не был, но жду с нетерпением посмотреть эти масштабы, и я думаю, первая эмоция будет вау.